Скажите, пожалуйста, а не подскажете, где здесь отдел кадров? О, царица, до могилы я невольник бедный твой. Ты товарищ, аль земляк, а? И в товарищи ходил, и против товарищей. Сработается. Ну, подари, не знаю. Мерседес. Были бы деньги, я бы подарил. А, то есть, значит, были бы деньги, купил бы девчонку, да? У тебя экзамены скоро. Не страшно? Представляешь, пап, ни капельки, ни сколечки, ни грамма волнения. Мне надо совершить одну покупку в интернете. Ты реально думаешь, что мою душу кто-то захочет купить? Макс, идиотов вокруг полно. Алена, пойдемте в сауну. Слушайте, вы переходите все границы. Молодец! Предлагаю 10 штук баксов. А меня Даша зовут. Да, а меня Ксюша. Могу я вам помочь? Мне? Как? Ну как, по-женски? Не продал ли ты случайно душу дьяволу? Мне деньги без души не нужны. Что это с тобой? У нас обычно папа в образе. Играть нужно на сцене, а не с живыми людьми. А ты, антихрист, отойди подальше, у тебя души нет! Удар сердца в голове звучит. Это протяжное сердце четырем ветрам. Я дарю свою душу шаг за шагом ступаю. Просто знаю, как нужно под ударами молнии. Что мерцает сквозь тучи, я иду, понимаю. Пусть становится круче под откос этих скал. На вершину судьбы за собой оставляю невесомые сны. Делайте то, что вам по душе, и живите в гармонии с миром и с самим собой. Бог вас благословит. Для вас несколько душ еще отыскала. Связаться? Нам